Представьтесь, пожалуйста. Славик Алексей Иванович, гражданин Российской Федерации, уроженец города Тула. Принимал после 1995 года, будучи солдатом срочной службы на территории Чеченской Республики по проведению террористических акций. Ваша военная специальность? Оператор-наводчик, боевой машинный десантный снайпер, БНД, БНД-2. Как и при каких обстоятельствах вы получили предложение на выезд на территорию Украины? 15-18 мая мне пришло смс-уведомление о работе. Я позвонил на номер телефона и узнал, в чем заключается работа. Поконкретнее, пожалуйста. Выехать на территорию Украины, то есть да, в Харьков. Дальше Донецк, Луганск. Для какая цель? Для временного действия. Денежные средства предлагали? Да, солдат 100 долларов, офицер 1000 долларов. Это за убитых? За убитых. Приходили ли такие извещения в ваши? Да, приходили. Сослуживцы? Да. Перед выездом на территорию Украины было ли какое-то еще у вас общение? Да, было. У меня общение с сотрудником ФСБ на московском вокзале. Был инструктаж, как вести в случае, если арестуют, поймают, задержат. Какие-то конкретные инструкции? Да. Более детально? Да, получил билет, проездной билет и 3000 рублей. Ну, да, ну, что делать пересадку в городе Харькове и ехать дальше. Для покупки билетов. Какие на были билет. Поставлены задачи? Сейчас. Наблюдение, скрытое наблюдение за блокпостами. Моральный облик солдат, вооружение, бронетехника. По возвращению вам должны были выдать какие-то? Да, 3000